Так, Я тоже переворачиваю с вами. экран. Всем привет! Сейчас мы будем играть в Hide and Seek в Roblox вместе с Димой. Дим, ты заходишь ко мне? Ну, я тоже с вами буду, но я это играть не мы буду. Мы играем с Владой в Roblox. Это видео будет и на ее канале, только от ее лица. Опять ждать. Можно мне тоже участвовать в видео? Как? Так что ли? Да. Ну ладно. Это мой брат. Это мы же это говорили. Ставь на паузу пока. Ждать все равно надо. В общем, сейчас я поставлю на паузу. Да. Подождем, когда эта игра закончится, и начнем. Сейчас потом расскажу. Все, сейчас скоро уже закончится. Так. Я включила. Я тоже уже давно. У нас с моей подругой такая традиция, Дим. Мы за 10 секунд до конца, точнее, за 15 секунд до конца. Давай, давай, я знаю. За 15 секунд до конца мы выбегаем и начинаем танцевать. Да, я тоже. Ну. А я вот, когда в пол головы, я теперь не могу найти этот режим, но я потом попрошу своих друзей, они часто в тот пол, это лава, играют. Вот. Я там всегда. Остается 5 секунд. Я просто беру и со самой высокой точки прыгаю в лаву. Пока я лечу, лава умирает. О, мой гад. Нет, это не мы, да. Это какая-то девочка. Господи, где мы? Что? Все, наконец. Я знаю, куда идти. Иди за мной. Нет, это другая. Не понял. А, он вышел из игры. Вот. Она вышла. Она вышла. Да. Она да господи. Она что нас бесит? Собаки с золотой будет уже. Может, она не хотела быть водой? Ну да, я знаю, я так делаю. Ты что, не хочешь быть водой? Ура, карта. Ну, я не очень люблю водой. Карта, я обожаю. Очень много мест. Угу. И где наше секретное место? Самое-пресамое секретное. Дим, сегодня попробую научить себя залезать за карту в этом месте. О, я не против. Я уже умею. Ну, ты еще туда ни разу не залезла. Так, Дим, идем за мной. Это легко. Влад. Можешь помедленнее, Влад? Ну попробуй. Давай, догоняй меня. Я здесь жду тебя внизу. Вон, вон я, вот, вот, вот. Давай сползай, я тут внизу. Давай побыстрей. Да, все, вижу. Пойдем. А то мы опоздаем, нам еще не быстро идти. Дима за нами идет. Я готов тебя. Че? Что у тебя за питомец? А, это собака. Что за питомец у тебя? Собака. Обычная? Нет, золотая. А, она просто смотрится у меня как серая. Ну, просто если с ней идти там... Я тебе... Да, то он тебя не видит. Дим, иди сюда. Вот я. Смотри, делаешь от первого лица сначала. Потом вот так идешь боком. Так, пролазишь, пытаешься прыгать и идти влево, если ты вот так, как я, стоишь, а так вправо. А где он? Там. Так, вернись сюда. Ты от первого лица сделал? Угу. Иди боком. Это кто там? Это Иришка. О, что? Как туда запрыгивать-то? Я сейчас могу за карту вылезти или что? Это когда... Влад, где? Я тут. Можешь повернуться. Я справа. Дим, я справа.
Ай, меня заглючило. Придется перезаходить. Что? У меня заглючило, мне придется перезаходить. Ну ладно. Сейчас перезайду. А я тут. Ну, он там сидит. Господи. Так. Сейчас, Дим. Господи, это... я теперь Кристина орала. Ну, или Иришка. Так, где там Дима? Вот он. Чё, там ходим к Диме. Я пойду, мы будем играть с ним. Я сижу, у меня. Всё виснет. Сейчас я поставлю на паузу, потом включу, когда у меня там... О, вон, кстати, Дима. Ну, ладно, давайте за Димой смотреть будем. Такой прикольный. Почему я падаю вниз? Не знаю. Так и должно быть вроде. Ты должен поворачивать чуть-чуть направо. Ну, поворачивать... То есть идти направо. Ой. И прыгать, прыгать, прыгать. Идти направо и прыгать, прыгать, прыгать. Федор, бери ноги! Наконец-то. Федар. Я выше или ниже опускаюсь? Потому что ты вообще здесь не должен присутствовать, Федар. Поднимайся выше или опускаюсь? Я должен присутствовать. Ты? Нет. Федор, можешь, пожалуйста, уйди, мне неудобно. Вот так вот. Глазик мой. Ну, господи. О, вон Дима пытается выбраться. Да. Уже почти получается. Дим, иди направо и прыгай. Так а смешно. Где вода? Вода вообще далеко. Вода... Так, где далеко. Ну, не так уж прям далеко, но да. Но он не успеет добежать. Ну, не должен, да. Ты должен уже выпрыгивать. О, да, кстати. И танцевать. Да. Всё, моё, телефон упал. Так, извините. Телефон свалился. Да. Кровать провалился. Да. Ой, телефон мой тоже сейчас провалится. Так, лучше мы его вот сюда поставим. Блин, нас это бесит. Чего? Тоже телефон провалился? Так вот сидят. А где моё литико? Такая. Такая же карта. Только не помню. Лишь бы дура. Да ты чё сказала? Не сказала ура. А, не послышалось. Не буду говорить при залитии. Федор, оно, это слово более-менее, так что можно говорить. Иди булки дверь открой, пожалуйста. Меня сейчас YouTube убьёт. Чего? За это слово меня сейчас YouTube убьет. Угу, оно маленькое. Оно не сильно мать. Так, Дим, идем. Это там всё. Карта. Давай тогда сейчас в другое место какое-нибудь залезем, давай. Угу. Чтобы было поэкстремальней. Хорошо, хотя там ты. Так, где ты? Я возле лестницы желтой. Сейчас поднимаюсь. На. Куда я поднимаюсь? А, я на шарики, наверное, поднимаюсь, наверное. Так. Ой. Ну или... Хотя... Поднимусь на самом деле. Так. У меня шизофрения, так что извините. Так, куда мне... Я сейчас YouTube убью. Шизофрения, это не надо. Сразу говорю. Одна. Я просто перепрыгнуть хочу отсюда куда-то. Поэтому... За картину спрячься. Ой, это что за такое? За картину спрячься. Не долетел. О, точно. Куда он не долетел? Что? Да что за шизофрения? Девочка спрыгнула. Фуф, это не вода. Водоросли. Прыгаю. Ну, раз ты мордостый. Ну, туда. Куда ты идешь? Где вообще? Чё?
Я на самом верху за картиной. Ты так смешно стоишь. Я вижу твоего пса. Как? В смысле, как? Здрасте. На какое-то время. Чё? Почему ты его хотя бы на какое-то время не отпустишь? Ну просто, я так люблю с ним. У меня тоже есть собачка, только обычная. Это не вода? Фуф. Так, давай смотреть, где вода. Я смотрю за водой. Я тоже. Теперь. Ну, такой идет. Я залез сюда и сразу начал. Красавчик такой идет. А, я хотел бы в этих как будто у него 3 миллиона денег. Вот.